Короче, карта с кучей людей. Противник может быть где угодно, запомни. Надо. Темперить. Можно упасть и утонуть, интересно? Вряд ли. Знаешь, я думаю, что можно. Почему-то на карте Кеннелс по колено воды всюду. Интересно, сверху ли слышишь? Бля, минус 90, прикинь. У него было 10 хп. Ай-яй-яй, убили негра. Ай-яй-яй-яй, убили негра. Я вспомнил эту песенку. Ты негр. Негры пас. Ха. Ай-яй-яй-яй, убили негра, убили негра. Убили негра, убили негра. Какой же ты затрот? Ты светишь чат. Меня репортят. Тихо, тихо, тихо. Я помогаю. Он там. Куда ты пошел? У тебя бомба. Почему ты не залаживаешь бомбу? Деньги все-таки. Репорт. Блять, я обосрался. Тихо, тихо, ищем последнего. Мне кажется, это ты сверху бегаешь? Да. Тихо, тихо, тихо. Ты закрысился, падай. Прости, я пытался выцепить из-за твоего плеча его и попал в итоге в тебя. Но это типа denied. Arminius. Они все пишут одно и то же. Я сегодня попаду в патруль. Боже, дай мне, чтоб меня не забанили. Я правда играю без щитов. Ну и они просто не шифтят, я их слышу элементарно. Ой, блядь. Блядь, ты меня напугал, но я, слава богу, что я догадался, что это ты по мне стрельнул. Потому что противник прям передо мной появился. Вот он, вот он. Ай-я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 й-
слушай, он будет зумиться, бегать по любасу. Самый главный прикол, что они все, когда начинают просирать, пишут одно и то же. Nice cheats. Да. Сейчас буду, я подживусь завтра. Лидеры узнали, что я играю без прицела. Что, в натуре? Ну да. Ебать ты опасный, пиздец. А, блядь. Ой. Нас порешали. Все, пишешь одни читеры. Ты это понял? Это, я так понимаю, это фишка этого режима. То есть, если ты проигрываешь, надо писать репорты на IceHax. Блядь. Ну что ты делаешь? Я через твою голову пристрелил типа в голову. Блядь, я прям как супер ахти, сука. Сзади кладёшь. Не-не-не, да. Хочешь себе новый модный дробовик? Я ему не смог выстрелить в башку, потому что базарил с тобой, сука, на кнопку. Пиздец, я прицелился типа справа на башок. Прицелился ему в голову, несколько раз выстрелил, короче, и не попал, прикинь. Какого хрена? 9 хп. Чисто, блядь, матрица. Что он там носится? Ах, ты знал. Слышал его. Я не слышал. Там был момент, он топнул или что-то такое. Пернул. Дышал. Бах, ребят. Так, над нами уже тихо. Сзади. Ладно, не важно. Блять, ты чё там, возле тебя противник прям стоял спиной, да, блять. Да, я понимаю, не понимаю. Ладно, побуду сегодня. Блять, я купил ЛВП. Хотел сказать, хочу попробовать себя в роли снайпера на этой карте. Вставь. Я вижу одного, он спрыгнул. Да, делай. Что? Ах, чего хуй? Ну ты его убил за последнюю секунду раунда. Причем я даже не старался, я просто шмалял.